Здравствуйте. Здравствуйте. Я, слушайте, я вот хотел на вас нарваться, блин, вот это... Вы знаете, в этой рулетке сделать крайне сложно. Обычно мы сидим в другой рулетке, рулет ТВ, потому что тут часто блокируют нас. Вы музыкант, который там пытается подкупить там своим голосом. Ну, я так настолько это понимаю. Ну, я вообще никого не подкупаюсь подкупить, но когда я вижу какие-то реакции, это, да, здорово, люди это любят. И получается, со всех я несу какую-то доброту, мне это приятно. Это приятно моим собеседникам. Ну, ладно, и господи. Тем, кто смотрит. Меня Исаак зовут, я из города Киев. Меня зовут Александр, я из города Москвы. Я знаю, Саша вас зовут, да? То есть вы музыкант замечательный. Спасибо. Залобайте что-нибудь такого, если можете. Для Исаака из города Киева? Для Исхака, да. А, Исхака, простите. Да. Простите, не расслышал. Серьезно? Спасибо вам, вот правда, вы... нет, вот вы знаете, мечтал попасть на вас, вот, и мечты сбываются. Ну я вас подкупил, Ицхак? Ну, почти получилось, я тоже как-то на аккордеоне играл. А я на аккордеоне, у меня тут тоже аккордеон, если я на аккордеоне тоже играю. А вот что можно? А вы слушайте, Саша, вы москвич? Просто мне интересно. Я сюда приехал, мне 20 лет. Я жил в Саратове 20 лет, потом я поступил сюда в Гнесинку, и в 20 лет переехал я в Москву. Тоже столько же лет живу в Москве. А вы в Гнесинку учились, да? Я закончил как джазовый пианист в Гнесинку, да. На себе, блин, так вы... Ну, это я уже не знаю. Был грех такой, да. А почему не... Вы не... Простите, а почему вы не на Центральной площади? Как Ленин, мне пока рановато. Как Ленин. Ну, слушайте, просто... Я пока не хочу на Центральную площадь. Как... Вы такой человек вроде... Как Ленин. Я просто сам поэт, как бы такой, как бы... Зовусь Ответик, от меня вам всем привет. Ну, почти. Да, вот. А помните, что это? Не, ну правда рад вас видеть. Честно. Это взаимно, смотрите, помните что? В 7:40 он приехал, в 7:40 он приехал, наш, старый наш, старый наш одесский паровоз. С собой людями, набитые людями, словно сеном воз. Он выйдет вдоль вагона, пройдется вдоль перрона, на голове его роскошный котелок. На-н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 а. Та-д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 а. Ивену шалом, алейха. Ивену шалом, алейха. Ивену шалом, алейха. Ивену шалом, шалом, шалом. Ну и так далее. Ну, это серьезно. Ну, на все деньги. Я старался быть подготовленным к... С каждым, удовлетворить каждого самого притязательного клиента из Киева, Ицхака. Я иду по шикарному офису. Так. Здравствуй, Иц, говорит мне она. Я иду по шикарному офису. Здравствуй, Иц, говорит мне она. Прототип гнило спившая особь, а нутро состоит из... Говна. Да. Мне так показалось. Энергетика плюс биополе. В отрицаловке все уж не пойму. Или в кручине, али в горе. Ее дома встречает муж. 40 лет они встретили вместе. И доколик грязнет судьбу. Лишь повенчанный орденом лести и в виде кала смотреть не могу. На повадке ее хамыжи, поубавьте свой гонор, мадам. Лярва. Лять, к тому же бесстыжая,
этот стих посвящается вам. Такое, знаете. Я понял, да. Ну, да. Мне нравится. Бывает, знаете. Мне нравится. А что же вы-то... Ну, слава тебе, Господи, что вам... А что вы же в ночи не спите, Ицхак? Ну, такое. Я как бы сейчас вышел покурить. А тут я, да, со своей музыкой. Слушайте, вот. А здесь вы, да? Вот так вот. Вот. Да. Выходил бы чаще. Правда, вот, вы, кстати, вы так красиво сдруживаете. Ну. Это называется природное обаяние, Ицхак. Природное обаяние. Его не пропьешь, хотя попытки вроде были. Причем вы, знаете, похоже на одного такого интересного человека. Кто такой? Кто под меня косит? Юстас его зовут. А, ну в данной ситуации Юстас скорее вы, потому что я Алекс. Ну, такой... Ну, что, не залобайте еще, пожалуйста. Ну вот, эту? Не знаю. Алекс, я не умею играть. Алекс Юстасу? Слышите? Конечно. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешка тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, как до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы, хотя когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло. Хоть память укрыта такими большими снегами, ты гроза. Напои меня до пьяна, а не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все ищу куда-то, как будто ищу. Супер. Алекс Юстасу. Знаете, я никогда не сомневался, что вы плохо играете и плохо поете. Не сомневались, что я плохо пою? Я всегда плохо пел.
Вот. Говорят, играющий получше. Нет, я восторгаюсь. Напротив, молодой человек, я наоборот восторгаюсь. Просто... Ну, да. Спасибо, мне это приятно. Ну. Вообще, доброе слово, знаете, оно и кошке приятно. Что уж мне-то говорить. Помните, как малыш Карсон? Малыш, ну я же лучше собаки. Вот. А я-то, наверное, получше кошки буду. По крайней мере, мне хочется надеяться, по мнению Карлсона. Наверное, да. Ну да уж. Так что вот, ну что, исполнить вам что-нибудь еще? Если хотите. Ну, если вы хотите, как бы, у вас любимая, может, песня, вот. Которую вот вы думали, вот встретите вы Сашку и попросите его сыграть вот эту какую-нибудь песню. Что сердечко ваше от чего колотится чаще? Ой, что вам сказать? Скажите правду. Сыграйте, что... Сделайте. Что-то просто на фортепиано сыграть, да? Что бы я могу вам сыграть? Что бы... То есть пожеланий у вас не будет, да, конкретных? Ладно, сейчас подумаю. Я просто восторгаюсь вашей игрой. Как вы поете? Просто мне очень нравится. А если спою еще вашу любимую песню? Наверное, какой комитет есть любимая песня? Вот сколько вам лет? Ну, примерно. Можно не точно. Ну, 39. А, то есть мы с вами... Вы крыса? Абсолютно. Я крыса. Я не крыса. Вот я крыса. Мне тоже 39. Да. Ну, то есть я 84-го года. Я тоже, да. Октябрь месяц. Я август. Ты я постарше вас буду. Ну, там где-нибудь на пару месяцев. Ну да, это правда. Ну, вот. Какую же вы песню? Мне просто хочется вас порадовать именно любимой песней. А каких вы любите артистов? Ицхак. Есть какие-то артисты? Слушайте, их много. Вот. Чью песню вам? А можете сыграть вот... Я даже не знаю, кого. Я люблю тебя, слез. Можете сыграть? Конечно! Серов! Итак, вы готовы? Поехали! Правда, обычно эту песню заказывают женщины. Ну и для вас мне будет тоже приятно сыграть. Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. Жизни до тебя я так счастлив не бы. Для тебя одно их так любишь ты, эти белые цветы. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как в первый раз. Вместо лжи. Каждый вздох, как первый раз.
вместо лжей красивых фраз. Это облака из роз, лепестками белых роз. Я наше ложе заселю. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Там модуляции дальше. Ну, слушайте, я поражен. Я поражен вашей игрой, честно. Вы очень похожи на этого мужика из маршрутки, который... Это кто такой? Евдокименко, да, или как его? Я не знаю, кто это. Это какой-то баб... блогер какой-то или кто это? Ну, чувак из маршрутки. Вы похожи. Мужик из маршрутки просто поет шикарно. А, слушай, не, вообще никогда не слышал. Даже не знаю, кто такой. Не помню. Не помню, как его это самое. Величать звать. Ну ладно. Дай бог ему здоровья. Надеюсь, хороший человек. Ну вот так вот. Ну что же, Ицхак. Из Киева. Берегите себя, самое главное. Остальное. А вы в Киеве были-то? Я был во всех областях вашей страны. И в том числе... Серьезно? Да. 20 октября. И в Закарпатье? Везде. Я везде. Я был во всех областях, потому что я в свое время, ну, сейчас тоже, но раньше сильно больше, сотрудничал с различными звездами, и там были просто, когда все было более-менее спокойно, не более-менее, а прям спокойно было. Естественно, были туры по Украине, и по-разному, и поэтому я был во всех там вот с концертами. Правда, тогда я был, скажем так, я был как бы наемный сотрудник со звездами российскими, да? Вот, но надеюсь, что когда-нибудь, если Господь так управит, я и со своими концертами тоже там окажусь. Пока я по России гастролирую, ну, может, Бог даст. Вот так. Так, а вы, получается, не москвич, да? То есть переехали, да? Я говорю, я приехал в 20 лет в Гнесинку. Я поступил в Гнесинку, и поэтому сюда переехал в Москву. А, ну, я заслышал, да. Да-да. Ну, мы говорили, вернее. Поэтому, да, осталось, как бы... Я не знаю, можно ли... Для меня москвич тот, кто родился в Москве. Я, хоть я в Москве живу ровно столько же, сколько жил в Саратове, четко вот, 20 лет там в Саратове, 20 лет в Москве. Вот, я себя, не знаю, считаю ли я себя москвичом, наверное, все же нет. Но живу в Москве давно уже, да, это правда. Поэтому как-то так. Под финалочку. Ну, надеюсь, теперь-то я вас точно подкупил. Да тут дело даже не в подкупах, а просто... Вы начали с фразы. Мы с вами вот увиделись. Просто вы начали с фразы, что вы тут подкупаете всех своей игрой и пытаетесь подкупить. Вот, поэтому это понимаете, ответ. Понимаете, я тоже там чуть блогерствую, да, так. В ТикТоке, да? То есть, как бы у нас есть такой свой жанр, да, то бишь жанровые вещи. Я быстро разговариваю. Быстро что делаете? Ну, разговариваю быстро. Ну, мне кажется, я говорю быстрее вас. Я бы хотел говорить медленнее, ну, да не получается. Дорогие друзья, добрый день, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие друзья. А, дорогие это дорогие вы специально так говорите, да. Добрый день, дорогие полковники, здравствуйте, подполковники, с вами снова Ицхак Васильевич Мельна, Шабль Вильсен, Трапетяна, Ицхак Васильевич Мельна, ребят. Вот, ну, как бы вот так вот. Ну, понял, да. Нет, вы это вас как фишкой-то, а у меня это просто это, скажем так, врожденный, не знаю, скорее недуг, наверное, потому что хотел бы говорить более размеренно, но когда внимание ослабевает, сразу там... Благо, у меня еще есть другой недуг заикания, который тормозит. Не, ну я не заикаюсь, на самом деле. Я заикаюсь, я про себя. Там вот один человек мне сказал, что вот, Исаак, вы заикаетесь? Я говорю, нет. Это, скажите, ну, это Лосев заикается, а я, Ицхак, я не заикаюсь. Вы так можете на меня стрелку переводить, я не обижусь. Этого Лосева предъявляйте за заикание. А что такого еще интересного у вас есть? Такое вот? Да у вас там много чего есть. Мне много чего есть. Вы какие анализы там пели? Анализы пел? ОК анализы. А, было такое, да, на мове. Это так. Звучайно, пан.
Звичайный пан, дурач. Вы хотите Аканелзе? Нет, я не хочу Аканелзе. Как раз таки я не хочу Аканелзе. Не хочу, я понял. Просто... Да. Я хочу что-нибудь такое вот воодушевленное. А, давайте. Сейчас, воодушевленное, сейчас я им сделаю. Тоже я люблю тебя, только не до слез, а по-другому. Максимально воодушевленная песня. Вот. Сейчас мы только... Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажгли, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Мне известно давно, бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. И вершина любви — это чудо, великое, дети. Вновь мы с ним пропадем. Детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят! Мы грустим, седину замещая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так легко вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Ну, позитивненько. Или такси? Это отлично. Это прекрасно. Это прекрасно. Я даже не буду комментировать. И не надо. Я просто знаю, что это прекрасно. И это самое главное. Вот так. Ладно, Исхак. Спасибо. На добром вам. Слове. Спасибо вам огромное. Да. Спасибо. Киеву большой привет. Ну, дай бог. Дай бог, может, как-нибудь вы на мой концерт придете. И скажете, а вот помнишь, мы с тобой общались когда-то там давно. Возможно, я уже буду на пенсии. Возможно, мы оба с вами будем на пенсии. Вот. И вы меня напомните. Но имя Исхак я точно не забуду. Это уж будьте таки покойны. Спасибо. Вы знаете, у меня напрашивается еще такой у меня один стих. Ну, давайте. Если можно. 2012 год, была Евро. Да. Ага. Россия сыграла 4-1. Матч Чехии был открытием Евро. Мы выйдем в финал с Украиной и в дым да напрочь разрушим наши резервы. Отличная тактика, дух двух держав. По полю несутся две наши сборные. Единство и практика, кованый нрав.
присутствует в дни эти игорные. Лучше завершение нашего с вами диалога. Еще раз. Лучшее завершение нашего с вами диалога. Заставляет задуматься. Давайте. Спасибо. Спасибо. До свидания. Рада увидеть. Взаимно. Да. Ну и что вы думаете? Приятность. Мужчина еще много чего хотел, я видно, сказать. Еще много что осталось недосказанным между строк. А что подумали обо всем этом вы? Про Ицхака из Киева. Напишите, как всегда, в комментариях. Ну и жду вас на своих концертах. Сайт где-то тут, где афиши и билеты. Приходите.